В настоящее время в отделении дознания отдела МВД России по городу Первоуральску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК Российской Федерации «Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель». Санкция данной статьи предусматривает до 6 месяцев ареста. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.